Более 25 миллионов рублей выделил концерн «Росэнергоатом» на ремонт фасадов двух детских садов Десногорска «Лесная сказка» и «Мишутка». Ремонтные работы начнутся уже на этой неделе. Накануне 12 августа генеральный директор концерна Андрей Петров посетил дошкольные образовательные учреждения и оценил готовность к предстоящему ремонту. Совместно с ним в инспекционном обходе участвовали директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава Десногорска Андрей Шубин. Конкурсные процедуры на капитальный ремонт фасадов и замену окон в «Лесной сказке» выиграла брянская компания «Данила Мастер». В «Мишутке» торговый дом «Фасад строй» из Смоленска. Кроме того, в «Лесной сказке» запланирована замена металлических дверей. В «Мишутке» асфальтирование тротуара и дорожек, ведущих к прогулочным верандам. Срок выполнения работ по договорам до 15 ноября. В настоящее время ведутся подготовительные работы, согласование строительных материалов и мест для их складирования. У нас составляли развернутое техническое задание. То есть все ГОСТы, все СНИПы, все санпиновские нормы, все это учтено. И в процессе технических работ будем, конечно, вплотную с подрядчиком. Ход выполнения ремонтных работ под личный контроль взяли директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава города Андрей Шубин. Как подчеркнул генеральный директор «Росэнергоатом» Андрей Петров, все деньги, выделенные концерном на ремонт детских садов Десногорска, должны быть использованы по прямому назначению. 9 ноября мы приезжаем, значит, принимаем объект. Деньги выделены концерном, а просто ни одна копейка не может не пропасть. Все, тогда мы с вами 9 числа встретимся.